Всем привет-привет! Сегодня воскресенье. Ну, я, как обычно, по утрам всегда выхожу на прогулку. Вот сегодня вроде по градусам меньше мороз, но холоднее. Такой пронизывающий именно восточный ветер. Не северный, вчера был восточный. Но вроде бы ожидается потепление до 2 градусов, но не знаю как. Вот. Если где-то оставлял кто машины, и вот за вчерашний день и позавчерашний замело снегом, выезжают машины, конечно, очень тяжело. А так, снегопада нет, хорошая морозная погода. Вот, так что Марчик у меня дома. Я его в такую погоду не беру. Он теплолюбивый у меня. А я погуляю. Вот эти три тополя, которые я вам летом показывала. Ну, так они и стоят. Вот, может быть, когда высохнут полностью, их срежут. Люди, мастеровые, рукодельные, куда-нибудь их применят. Так, тут вот кормушки висят. Но в кормушках ничего нет. Ну, может, в течение дня кто-то придет, что-то, крошечек каких-нибудь добавит. Но еды много. Вон там мусорка, еды много, батоны целые валяются. Вот я уж считаю, это не дело, конечно, так. Но каждый волен распоряжаться своей жизнью так, как он хочет, и тем, что он имеет. Так что, мало ли, как я считаю. Вот смотрите, клен. Вот если клены, они наклоняются. А березы и липы, они прямо стоящие. Как струна. А клены наклоняются. Вот. Так что. Ну, здесь тополей. Вот они вырождаются все. Больше сюда тополей не добавляют. Потому что они, сами знаете, засоряют пухом окружающую среду. Дают большую поросль. И у многих очень аллергия на пух. А у меня вот аллергия не на пух, а на почки. Вот как только начинали почки трескаться, все. Это у меня 2 недели из жизни вылетали. На одних препаратах от аллергии. Вот слезы, сопли, слюни, так сказать. Ну, в общем, очень тяжело. Ну, какая шуба натуральная, меховая. У собачки. Правда, иногда блохи посещают. Ну, в шубе тепло. Я вон сегодня в куртке. Пробирает меня. Посмотрел по градусам, это вроде нормально. Так что вот так вот. Ну, я буду гулять. А вам удачного, хорошего дня сегодня. И всем мира и добра. И всем пока-пока.